Слышно крики из айфонов и смартфонов. Отравили Алексея новичком. Быть провальным на Руси всегда хреново, а Навальным даже очень хорошо. Летел в Москву Навальный на лайнере фатальном. В глазах все потемнело, и Леша вдруг упал. Но тут случилось чудо, Хоттабыч постарался, и Леша вместо Внукова в Германию попал. Его там полечили, все лучшее включили, и Леша после комы Дудя к себе позвал. А Дудь, парниша бравый, в карман без слов не лезет. Он целит, как обычно, слова не в бровь, а в глаз. И Леша злой от горя, мол, Путин принуждает, чтоб Леша плыл не кролем, а только стилем брас. Для Запада Навальный, конечно, не провальный. Он был для них хрустальный и даже золотой. Ну дайте Лёше пису и колу, чтоб запить. Не то ему Хоттабычем уж никогда не быть. Кто скажет россиянам, ну дайте вы Навальным какой-нибудь заводик на время порулить. И вы тогда поймете, что лучше без Навальных, лучше без бишкеков мы мирно будем жить.